Друзья, всем привет! Я только что получила свой стабилизатор для экшн-камеры iSteady Pro 2. Заказывала я его на eBay. Так, давайте вместе распаковывать и посмотрим, что внутри и что входит в комплект. Стабилизатор идет в чехле, который должен быть достаточно удобным. Внутри находится вкладыш, который можно отсканировать, по штрих-коду найти обучающие уроки на YouTube и Facebook. И на другой стороне можно выбрать один из подарков. Дальше идет инструкция. В комплект входит сам стабилизатор, станд к нему и зарядное устройство. Также очень удобно, что в чехол ложится стабилизатор сразу с камерой. Вот так выглядит сам стабилизатор. На нем идет кнопка включения-выключения, переключения режимов, джойстик управления, джойстик разворота, индикатор включения, индикатор Bluetooth, два разъема под станд. Нажав один раз на кнопку включения, вы увидите уровень заряда вашего стабилизатора. Чтобы откалибровать стабилизатор, можете скачать приложение. Если включить стабилизатор без установленной камеры, его начинает трусить. Камера вставляется достаточно просто. Также стабилизатор может работать как powerbank. Для этого есть разъем для подключения кабеля. Прежде чем включать стабилизатор, проверьте, чтобы камера была в правильном положении. Включить камеру вы можете, зажав кнопку на 5 секунд.